выпускница Башкирского государственного педагогического университета имени Акмулы 2005 года по специальности дошкольной педагогика психологии. Зовут меня Янгулова Лилия Маратовна. В данный момент я работаю методистом по дошкольному воспитанию в отделе образования Стеблебашевского района, село Стеблебашево. Хочу пожелать выпускникам, нынешним выпускникам, будущим выпускникам, чтобы они поступали на дошкольное отделение Башкирского государственного педагогического университета. Потому что это, я думаю, престижная профессия, работать с детьми – это очень интересно. Работать с детьми – это очень… Вот воспитание детей, интересно с ними работать, на уровне с ними сейчас работаешь. И всего самого хорошего, я думаю. Здоровья всем, счастья, удачи. Большое огромное спасибо Ильяну Гудовичу за то, что приехали. Это большое мероприятие. Да, у нас предстоит огромная работа с вами, я с воспитательными заведующими. Я надеюсь, что воспитатели заведующие поддержат и меня, и Леонид Михайлович, чтобы мы вместе работали. Команду вот эту нашу, да. Мероприятие прошло, я думаю, на высоком уровне. Мы самые первые. Наш район самый первый, я думаю. Поэтому, чтобы мы и также на первом месте всегда стояли, я думаю. В общем, дальнейших успехов, процветания вам.